Я считаю, что он не нужен, потому что есть закон о СМИ. Всякие регулярные СМИ, зарегистрированные, и так не употребляют матерных слов, их за это штрафуют. Они подчиняются в своей деятельности регламентациям, в общем, соответствующих структур. А мат как, к сожалению, способ грубого общения людей между собой на свободных форумах регламентировать просто невозможно. И таким образом просто государство дополнительную нагрузку будет накладывать на интернет-провайдеров и на серьезных производителей контента, которые или должны будут отказаться от форумов вообще, или должны будут сократить присутствие людей на форумах свободного общения. Я считаю, что ограничение мата должно носить моральный характер, а не законодательный. Надо призывать людей. Мы, например, на кавказской политике призываем людей не материться. Мы говорим, что просто мы постоянно с ними разговариваем, мы обсуждаем. Говорит, ругайте власть, ругайте оппозицию, ругайте кого угодно, но не ругайте матом при этом, не материтесь. Закон кажется мне абсурдным.